Друзья, смотрите, что я нашла. Вот это да. Заехала в какие-то такие дебри, что вам не передать. Ну, петухи поют. И за мной прямо дом. У подножья вот этих вот скал. Представляете? Вот, сейчас покажу там куда-то. Я туда уже не стала ехать. Не знаю, там что-то есть еще или нет. Ну, вот здесь домик такой приличный. О, хозяин, наверное, идет. Скажет, что снимаешь мою частную собственность. Вот. Ай, какая красота, Крым. Не передать словами, в каком месте люди живут. Воздух. Да уж, там бабулечка стоит. Не будем ее снимать. Вот. И козочки сзади меня. В общем, вот так вот, да, друзья. А там, я так поняла, за этим домом речка. Но она что-то такая вся. В общем, не знаю, куда эта еще дорога ведет. Ну, не знаю, куда-то ведет. Забор какой-то мне не внушил доверия. Поэтому, наверное, мы туда я не полезу сегодня. Не поеду. Потому что царапать машину не хочется. Ой, видите, какие. О, бабулечка точно разговаривает, соседки, наверное. Такие, ой, господи, не свалиться бы. Под ноги надо смотреть. Ой, сейчас я удалю, наверное. Чуть-чуть, нет, не удаляет. Включила на этот режим. О, смотрите, у меня здесь вид какой открылся. Наверное, вот туда. Смотрите, там какие теремочки. Не так все здесь печально, как кажется. Вот такая красота.